Когда мы говорим о книге «Бытие», мы имеем дело с тем, что представлено нам, людям, всем, которые когда-либо будут жить, в качестве объяснения смысла и сути всего происходящего во Вселенной, того, что происходит на Земле. Вот почему мы с самого начала говорили о «Бытие» как о книге основ, то есть здесь закладывается мировоззренческая основа для каждого человека. Я повторюсь, каждый из нас, оценивая жизнь, глядя на то, что происходит, глядя на самого себя, глядя на события, глядя на будущее, на прошлое, каждый из нас смотрит сквозь призму определенной системы ценностей. И вот за эту систему ценностей и идет борьба в духовном мире. Дело в том, что дьявол извратил, исказил эту систему ценностей так, что люди, использующие ее, люди, смотрящие на происходящее вокруг, они искренне смотрят и не видят. Вот почему апостол Павел говорит о дьяволе, который ослепил глаза. Это не так, что люди стали ненормальными, в сумасшедший дом их нужно отправить. Это не в том, что эти люди, они потеряли какие-то качества человеческие. Нет, все, что произошло, дьявол сдвинул систему ценностей, и человек честно, искренне смотрит и понимает совершенно другое. То есть он не может увидеть правильную картину вещей. Вот почему Бог позаботился, Дух Святой позаботился о том, чтобы, начиная Библию, с самого начала объяснить базовые элементы реальности, на основе которых мы можем и сделать правильную оценку всего того, что нас окружает. И вот здесь вот в этой своей картине, вы помните, подробно мы говорили о том, что книга «Бытие» представляет нам, кто такой Бог, она объясняет, что такое творение, кто такой человек, какое место человек занимает во взаимоотношениях между Богом и творением. Мы говорили подробно, что такое грехопадение, какой эффект грехопадения имело на человечество, на нас, на людей. Мы говорили о том, как неконтролируемый грех очень быстро развивается, так что он приводит все человечество к полному уничтожению, к самоуничтожению. В действительности это то, что произошло во время потопа, когда помышления и сердца их были зло во всякое время и так далее. Но кроме вот этих вот базовых вещей, связанных со сотворением мира и с грехопадением людей, книга «Бытие» представляет нам базовые элементы спасения. Как это ни странно, некоторые люди, говоря о спасении, они идут сразу, в лучшем случае, в Евангелие или в послание. Но для того, чтобы мы могли иметь полную картину всего происходящего, нам нужно начинать с книги «Бытие». Мы никогда не сможем понять, почему нужен Спаситель и от чего нужно спасаться, если мы не поймем, что произошло в Эдемском саду, что такое грех, что грех сделал человека. И вот кроме этого, Бог рисует нам картину. Большая часть книги «Бытие» посвящена первому верующему человеку. Так скажем, он не первый, но он назван отцом всех верующих – Аврааму. Портрет Авраама здесь представлен очень глубоко, очень подробно, очень ясно для того, чтобы каждый человек, который хочет знать путь спасения, мог хорошо и глубоко и ясно усвоить, что значит настоящая спасающая вера. Мы уже говорили о нескольких аспектах веры Авраама. Сегодня у нас вы можете увидеть здесь две цифры. Цифра 7 – это вот в этой серии об Аврааме, и цифра 46 – это номер этой проповеди по книге «Бытие», то есть это уже 46-я проповедь на книгу «Бытие». Когда мы говорим о Аврааме, то есть один фактор, который часто нами, людьми, которые живут уже по эту сторону Голгофского креста, упускается. Мы часто недооцениваем его важности. Последние пару проповедей мы касались очень важного события, которое имело в жизни Авраама, когда Бог заключает с ним завет.
К этому событию можно относиться просто как к историческому вопросу. Вот произошло что-то, Бог устроил церемонию. Это что-то играло роль в тех отношениях между Авраамом и Богом. Это что-то касалось каких-то событий, которые были 2500 лет до рождения Иисуса Христа. Но в действительности это событие помогает нам понять уровень взаимоотношений Бога с людьми. Вот почему Дух Святой берет место и уделяет специальное внимание для того, чтобы показать, в чем этот завет заключается, или какое практическое действие он оказывает на участников завета. То есть, когда Бог спасает человека, он не просто спасает людей. Бог спасает человека через заветные отношения, он вступает с ним в определенные отношения. И эти отношения играют колоссальную роль в жизни людей. Это очень важно понимать. И история Авраамова Завета помогает нам это увидеть. В прошлый раз, когда мы говорили об Авраамовом Завете, мы говорили о том, что полное выражение этого Завета, оно представлено было в Новом Завете. И мы в действительности являемся соучастниками этого Нового Завета. Это касается нас очень практично. Когда Бог показывает действенность Завета Аврааму, он касается четырех очень важных аспектов этого действия. И самый первый аспект, или самый первый практический шаг, самое первое выражение, Бог дает Аврааму новую идентичность. Вы, наверное, помните эту историю, когда Бог почему-то дает Аврааму другое имя. Не знаю, задумывались вы об этом или нет, почему вдруг Бог вот на протяжении долгого времени у Авраама был, по-русски это звучит Авраам, одно «а» в середине этого слова, а потом он дает ему имя Авраам. Значение этих слов очень разное. Слово «Авраам» означает «отец множества народов». Почему в определенной точке Бог призывает Авраама и говорит ему: «Вот теперь тебя будут называть, твое имя вот такое». Давайте посмотрим 17 главу с 1 стиха. «Авраам», как вы видите здесь одно «а» посередине, «был 99 лет». То есть прошло 13 лет с момента рождения Измаила. Это примерно, если мы посчитаем с момента того, когда они вышли из Ура Халдейского, примерно 24 года уже прошло. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я вот завет мой с тобою. Ты будешь отцом множества народа». Мы не знаем, как Авраам и Сара узнали Бога изначально. Мы не знаем, как он им открылся там еще в Уре Халдейском, когда он призвал, чтобы они пошли в обетованную землю. Мы не знаем, сколько он открыл о себе, но вот здесь, перед тем, как сказать Аврааму очень важные вещи, он подчеркивает одну важную характеристику. Он говорит: «Я Бог всемогущий». Очень понятно, почему эту характеристику нужно было подчеркнуть. Бог призвал Авраама, как мы уже сказали, 24 года тому назад. Он пообещал ему сына или наследие, он пообещал ему землю и пообещал благословение. 24 года прошло, земли у них нет, никакая часть земли там им не принадлежит, они странствуют по ней, кочевники, во-первых. И самое главное, сына у них нет. У них нет даже намека на то, что от них произойдет великий народ. Поэтому Бог перед тем, как начать этот разговор, он обращается к ним, и он говорит Аврааму: «Я Бог всемогущий». Дальше две вещи, посмотрите. «Ходи предо мною и будь непорочен». Ходить перед Богом – это не новое явление. Вы помните, о Енохе сказано: «И ходил Енох перед Богом». Ходить перед Богом означает жить в реальности осознания Божьего присутствия.
мы, люди, живем в физическом мире и в то же самое время в духовном мире. И мы очень часто забываем о духовной реальности и измеряем жизнь только реальностью физической. Так вот, люди веры – это те люди, которые видят жизнь в духовной реальности. Вот таким был Енох, когда он ходил перед Богом, то есть он ходил, и он понимал, что Бог реален, что Он управляет всем. Он понимает, что Божьи законы – главные законы. Он понимает, что однажды каждый человек даст отчет перед Богом. Он понимал, что Бог в действительности начало и конец, Он смысл всего существующего. Вот теперь Бог обращается к Аврааму и говорит: «Я Бог всемогущий», то есть он подчеркивает: «Я абсолютно все контролирую, и по этой причине ходи предо мною и будь непорочен». То есть если ты будешь ходить передо мною, ты будешь жить в согласии со мной. Это очень важный элемент Божьего Завета. То есть, когда мы говорим сейчас о Новом Завете, когда мы говорим об отношениях Бога со спасенными людьми через жертву Иисуса Христа, этот Завет имеет практический смысл. Завет помогает людям или вводит людей во взаимоотношения с Богом, и он открывает нам возможность ходить перед Богом. Он открывает возможность жить в осознании того, что я имею общность с Богом. Это то, что Бог подчеркивает Аврааму перед тем, как приступить к очень важному вопросу. Посмотрите, Авраам реагирует на это так, как все люди веры реагируют, когда они встречаются с Богом. Посмотрите, он написано: «пал на лицо свое», и «пал Авраам на лицо свое». То есть он понимает величие Бога, он понимает, что Бог – это тот, кто обладает колоссальной силой, и его святость, его абсолютная чистота ставит человека несовершенного в осознание, в ощущение своей неполноценности. И вот здесь Бог, продолжая свой разговор, говорит ему самое важное, 5 стих. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роду их, завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя». И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую во владение вечно, и буду им Богом. Здесь есть несколько очень важных утверждений, которые Бог делает, обращаясь к Аврааму. Но самое первое очевидное утверждение – Бог говорит: «Теперь у тебя будет другое имя». Имя во времена Ветхого Завета играло совершенно не такую роль, какие имена играют сегодня. Сегодня выбирают имена по их оригинальности, как чтобы не повторялось, у родственников уже у многих такое имя, чтобы красиво звучало, чтобы было как-то круто, может быть, выглядело, ну или еще разные есть причины, как выбирают имена. Тогда имена обязательно имели смысл. И не просто имели смысл. Имя давал человеку отец. Отец имел власть дать имя. И когда Бог переименовывает Авраама, он подчеркивает: «Я в действительности твой отец». И не просто я твой отец, я не просто имею власть над тобой, а я точно знаю, кто ты. Вот что происходит здесь. То есть, когда Бог говорит Аврааму: «У тебя будет новое имя», Он ему открывает свой взгляд, Божий взгляд на то, кем является Авраам. Это очень важный вопрос. Дело в том, что мы все думаем о себе что-то. У каждого из нас есть то, что называется сегодня модным словом «self-identity». Или идентичность самого себя. Если сказать просто, у нас есть представление о самих себе. И вот это представление, оно формируется под воздействием самых разных факторов, которых очень много вокруг.
Если мы посмотрим на прошлое, то identity или идентичность люди черпали из общества. Люди были в большей степени community-oriented, то есть ориентированы на общество, связаны с обществом, и общество диктовало идентичность. До сих пор вы можете это увидеть в некоторых нациях. Например, когда я служил в армии, и там были представители кавказских народов, то они вот с гордостью подчеркивали: «я чеченец» или «я дагестанец» и еще там кто-то. Это идентичность, которая черпается из общества. Сегодня мы живем в век, когда стало очень модным, популярным или даже подчеркивается крайне необходимым, что каждый человек сам хозяин своей идентичности, то есть вот кем ты или чем ты хочешь быть. Вот чем ты хочешь быть, то и есть. Вот откуда появилась вся эта беда с трансгендерами. Потому что самое главное – это то, как ты хочешь себя ощущать. Вот это ты и есть. То есть мы сегодня живем в век полного смущения, замешательства, full confusion с точки зрения идентичности. Кстати, именно поэтому сегодня такой огромный всплеск психологических, психических расстройств, депрессии, наркомании, суицида и так далее. Люди потеряли источник, откуда они черпают идентичность. Идентичность – это очень важный элемент жизни. Очень важно. Посмотрите, что происходит с Авраамом. Авраам – верующий человек. Авраам, посмотрите, 24 года следует Божьему Слову. То есть 24 года, как он ушел оттуда, где он жил. 24 года он надеется на что-то, что происходит. Но у него есть одна существенная проблема. Он идет за Божьим повелением, но продолжает думать о себе не в свете того, что говорит Бог, а в свете того, что он видит вокруг. Послушайте, как Авраам прореагировал на Божье слово. 17 стих. «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе». Это верующий человек, это Авраам, 24 года следует. «И сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын?» То есть Бог ему говорит: ты должен думать о себе как об отце огромного народа. А он внутри смеется над этим. Он внутри видит это абсолютно невозможным. И заметьте, это верующий человек. Это не кто-то, который совершенно не знает Бога. Это человек, который сделал уже очень много, следуя Божьему повелению. Но внутри его взгляд на самого себя совершенно отличается от того, что Бог думает о нем. И сказал Авраам Богу: но хотя бы Измаил был жив. То есть мы вот здесь прибегли к такому трюку, наломали там дровишек, правда. Ну хотя бы вот здесь я вижу хоть какой-то вариант. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него. То есть Авраам доверяет Богу, в общем, он следует его повелениям, но он продолжает думать о себе, как о неудачнике. Он не может понять смысл, почему Бог его привел сюда. Он доверяет Богу, он не бунтует против него, но до конца ему не верит. Именно в этой борьбе, вот в борьбе с вот этим положением, в котором люди часто находятся, я имею в виду верующие люди, они следуют за Христом. Они верят в то, что без Бога не получится жить, надо с Господом жить. Но они продолжают видеть свою жизнь ущербной здесь. Для них жизнь христианская – это, в кавычках, несение креста. У них нет торжества в надежде.
У них нет Божьей точки зрения на вещи. Вот откуда родились две паразитирующие философии псевдохристианские. Одна из них называется «Евангелие благополучия». Когда приходят к таким людям, которые ущербные внутри, подавленные, и говорят: «Нет, ты верь, что вы дети царя, и name and claim it». То есть вот провозглашай, и Бог тебе даст. Или же вторая ущербная проблема или паразитирующее движение – это психология высокой самооценки. Это немножко с другой стороны. Если одно – это со стороны более харизматического движения, то второе – это более секулярного, когда психологические трюки приносят в церковь. Но решать пытаются они ту же самую проблему. Это проблемы ущербного взгляда на самого себя. История нового имени Авраама говорит о том, что Бог хочет научить нас думать о себе так, как думает о нас Он. Это очень важно. То есть Бог хочет, чтобы мы думали о себе так, как думает о нас Он. Заметьте, Он не сразу это сделал с Авраамом. Прошло немножко времени. Прошло время, видно, что Авраам связан с Богом. Бог заключает с ним завет, Бог развивает его веру, Бог тренирует. И вот он приводит к этой очень важной точке, в которой он проникает в самую сердцевину и говорит Аврааму: вот как ты должен думать о себе. Очень важная деталь. Как я уже сказал, что это одна из основных характеристик современного западного общества – претензии на то, чтобы самостоятельно определять свою идентичность. Так вот, Библия учит нас, что наша идентичность определяется Богом. Вот почему Бог дает Аврааму новое имя. Он подчеркивает, это не просто люди стали его вокруг называть. Это не просто Сара, где-то соприкасаясь с Авраамом, видит какие-то его качества. Нет, Бог приходит, и Он дает Аврааму новое имя. То есть наша идентичность определяется Богом. В чем это выражено? Он создал нас в соответствии с Его планом. Он поместил нас в определенную точку истории, потому что это Его дизайн. Более того, Он дал нам определенные им дарования. Мы разные люди. Мы привыкли жить так. Мы видим, вот тот способнее, у того денег больше, та красивее, те поют лучше, тот умеет где-то компанию собрать хорошую. И мы постоянно живем вот с этой завистью. Вот почему зависть – это очень плохое качество, потому что мы постоянно сравниваем себя с разными другими людьми и думаем, что те лучше, а мы такие бедные и несчастные. Так вот, наша идентичность, она исходит из того, что Бог создал каждого из нас абсолютно точно. И Он поставил нас в абсолютно точное положение для выполнения определенной им миссии. У каждого из нас есть миссия жизни. И наша идентичность связана с этой миссией. Наша цель – понять эту идентичность и принять ее, и жить ее. В истории с Авраамом Бог поменял имя не только ему, но и его жене. Если вы помните, там же в этой 17 главе, 15 стихе, и сказал Бог Аврааму: «Сару, жену твою, не называй Сарою, но будет имя ей Сара». Два «Р», видите там, да? «Я благословлю ее и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». Сара означает «принцесса». То есть он говорит о царском статусе для них, для их семьи, для всего будущего. Авраам и Сара не видели этой реальности. Они даже не понимали, как это может быть возможным. Но они приняли ее. Они приняли и доверились ей. Почему мы знаем, что они приняли? Посмотрите, Римлянам 4 глава, апостол Павел пишет об этом, 17 стих. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее».
Он объясняет веру Авраама. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело. И утроба Сарина в омертвении. Заметьте, это очень важный вопрос. Когда Авраам думал, его мысли, естественно, связывались с его физиологическими возможностями или отсутствием таковых. Вот на тот момент, когда он думал о потомстве, он думал, у него есть искушение думать не о Боге, а о том, что нет, это невозможно. Это точно так, как Петр идет по воде, пока смотрит на Христа, идет, как смотрит на волны, тонет. Вот здесь очень важный элемент веры. Вот почему, друзья мои, нам нужно, у меня, кстати, будет проповедь 13 сентября, если Господь позволит, почему нужно ходить в собрание. Вот почему нам нужно как можно больше общения, потому что нам нужно как можно больше ориентировать свой ум на то, чтобы смотреть на то, что Бог говорит, а не мир, не обстоятельства, не вещи, которые нас окружают. И будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. То есть, заметьте, это очередная ступень веры. Это верующий человек, верующий уже 24 года. И Бог приводит его к очередной ступени веры, когда он учит его: научись думать о себе так, как я думаю о тебе. Я дал тебе новую идентичность. Когда Бог призывает человека в завет с Ним, Он дает человеку новую идентичность. Новый Завет очень много говорит о правильности мышления. Посмотрите послание к Колоссянам, 6 глава, 2 глава, 6 стих. Мы читаем: «Посему, как вы приняли Иисуса Христа Господа, так и ходите в Нем». То есть живите в согласии с идентичностью, которую вы получили в завете со Христом. Завет – это намного больше, чем только покаяние. Человек может каяться много раз, но когда человек стал участником Нового Завета, этот завет предполагает колоссальные изменения. Дальше он подчеркивает: «Будучи укоренены, утверждены в нем, укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». И дальше говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». То есть он говорит о том, что мы находимся под постоянным давлением, когда мир навязывает нам свою идентичность. И это постоянная идеологическая борьба, это постоянно духовная борьба. И он подчеркивает, он говорит: смотрите, он перечисляет четыре разных направления, которые атакуют, которые ведут эту борьбу за нашу идентичность: философии, то есть мирское мудрствование о сущности жизни, пустое обольщение, это бессмысленная погоня за ложными ценностями, предание человеческое, это предание себе, основанное на ценностях какой-то нации, ценностях какой-то нации, я американец, или я чеченец, или я whoever. Стихия мира – это разные популярные течения в обществе. Сегодня такая волна пошла, через 10 лет другая волна пойдет. И он, апостол, причисляет здесь, it's not a comprehensive list, то есть он не полный список представляет. Он говорит о четырех основных давлениях, которые ведут борьбу за твою идентичность. И он подчеркивает и говорит: как приняли Христа Иисуса Господом, так и ходите в Нем, не позвольте вашей идентичности каким-то образом раствориться. И он подчеркивает, он говорит: в Нем обитает вся полнота Божества телесная, и вы имеете полноту в Нем, твоя полная, полноценная жизнь может быть, ты можешь ее почерпнуть только из-за Иисуса Христа, не из-за того, что ты бизнесмен или музыкант, или муж даже. It's not main identity. Это только выражение идентичности. Ты должен быть христианином-бизнесменом и христианином-мужем. Только это идентичность.
несколько штрихов. Об этом, кстати, сказано очень много. В Новом Завете очень много подчеркнуто, что значит, кто мы во Христе. Очень много. Несколько примеров. Ефесянам 2 глава, 4 стих. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Вот здесь Он называет то, что мы не видим, реальностью. Он говорит о том, что всякий верующий человек имеет гарантированное место в славе небес во Иисусе Христе. Он говорит об этом для того, чтобы научить нас думать о себе с этой точки зрения. Вот эта реальность жизни со Христом, уверенность в том, что это моя цель. Это гарантированная цель. Уверенность давала силы христианам во все века не сгибаться под угрозами мира. Более того, не уклоняться под всякими разными ветрами идеологических учений, которых очень много было. Верующий человек по определению победитель в Иисусе Христе. Нет никакой силы во Вселенной, которая могла бы лишить его этого статуса. Нам нужно научиться так думать. Нам очень важно понимать и помнить это. Опять-таки, когда мы говорим «посадил на небесах во Христе Иисусе», вот эта фраза «во Христе Иисусе», она вбирает в себе очень много. Помните, филиппийцам апостол Павел говорит о том, что у нас должно быть те же чувствования во Христе Иисусе. Это не что иное, как идентичность черпается от Христа Иисуса. А с ней приходит удивительнейшее смирение и вместе с этим удивительнейшая уверенность. В 5 главе послания к Ефесянам апостол говорит о еще одной грани идентичности. 8 стих. «Вы были никогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чадо света». Здесь он говорит о миссии. Если во 2 главе он говорит о цели, то здесь он говорит о миссии. Вы свет, ваша миссия быть светом. Поступайте, как чадо света. Апостол Петр в другом месте еще подробно говорит об этом же. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Вот это идентичность. Идентичность тех, кто распространяет свет на окружающее общество, Божий свет. Чтобы возвещать совершенство, то есть его характер, его любовь, его слово, его Евангелие. В Советском Союзе атеистическая власть создавала условия ужасного давления на верующих. И один из главных, вот это одна из главных точек, где они атаковали верующих, они пытались представить нас ущербными. Они рисовали всех остальных, как мы идем к достижению коммунизма. Вот все общество, все люди семимильными шагами, вот еще чуть-чуть, и будет коммунизм. А на верующих смотрели, они специально подчеркивали, вы отбросы, вы мракобесы, было еще такое слово, которым нас называли. Вы нам мешаете вперед идти. То есть они давили нашу идентичность. Но вы знаете, я не помню такое время, благодаря моим родителям, я не помню такого время, когда я чувствовал бы себя ущербным, чтобы я завидовал тем, кто семимильными идет в коммунизм. Не помню. Причина этого в том, что где-то с детства родители научили: сынок, мы правильные, а они нет. У нас будущее не у них. И так и получилось. Весь этот коммунизм рухнул в трам-тарарам. Со всеми их вот этими... И это было действительно... Такой кризис идентичности, кто пережил начало 90-х в Советском Союзе, вы помните, люди плакали. Это было просто колоссальная трагедия для людей, потому что их идентичность была связана с иллюзией. Но вы род избранный, царственное священство. Апостол Павел пишет людям, которые находятся в гонениях Нерона.
Он говорит, вы род избранный, царственное священство. Друзья, нам нужно не забывать об этом и в 21 веке. Нам нужно помнить, что наша идентичность черпается не из окружающего нас общества, не из Black Lives Matter или не Matter, не из популярных движений, которые сегодня. Наша идентичность черпается не от того, что диктует нам сегодня культура. Наша идентичность черпается отсюда. Вы род избранный. Вы царственное священство. У вас есть миссия здесь, на земле. Это то, что говорит Священное Писание. Итак, первым элементом утверждения Божьего Завета с Авраамом стало новое имя или новая идентичность. Очень важный вопрос. Эту идентичность дает Бог. Она отражает истинное положение вещей. Она гарантирует или она необходима для того, чтобы жизнь человека была полноценной. Если у человека нет восприятия Божьей идентичности, то у него будет постоянный внутренний разлад. У него будет дисгармония психологическая внутри. Второй фактор, который мы видим здесь, у нас осталось еще три, я не так подробно буду на них останавливаться. Второй фактор – это знак завета. Кроме того, что Бог дает ему новую идентичность, Он дает ему знак. Авраам завет с Богом, он радикально изменил положение людей. Все, кто является участниками этого завета, они очень сильно отличаются от всех остальных. Поэтому было важно, чтобы все люди знали, кто является участником, а кто не является участником. И Бог устанавливает такой знак. 9 стих 17 главы. «И сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Это есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мною и вами. Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро, у кого купленный за серебро, у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое. И будет завет мой на теле вашем заветом вечным». Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. То есть Бог подчеркивает, что это абсолютно обязательный знак. Абсолютно каждый мужчина должен был быть обрезан на восьмой день, и это один из ключевых признаков принадлежности к Авраамову завету. Авраам так и поступил, 23 стих, «Взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог. Авраам был 99 лет, когда была обрезана крайняя плоть его, а Измаил, сын его, был 13 лет, когда была обрезана крайняя плоть его». В тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, сын его, и с ним обрезан был весь мужской пол дома его, рожденные в доме его и купленные за серебро. С тех пор обрезание стало одним из главных признаков принадлежности к еврейскому народу. Его изначальный смысл был во внешнем выражении принадлежности к завету, который Бог заключил с Авраамом. Бог хотел, чтобы евреи всегда помнили об этом. То есть нужно было напоминание, регулярное, постоянное напоминание, что это народ, принадлежащий Богу. Это люди, которые принадлежат Богу, и они должны были знать. Вот почему у евреев со временем сложилась очень конкретная грань. Они с таким презрением относились к необрезанным, и они подчеркивали, как это необрезанное, это значит не принадлежащий Богу и Божьему завету. К большому сожалению, сохранив обычаи обрезания, евреи утратили его смысл. Уже через несколько сотен лет мы читаем, пророк Иеремия пишет в 4 главе, говорит о том, что эти люди, они имеют этот знак, но в сердце они совершенно
богопротивниками стали. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего», он пишет, «мужа Иуды и жители Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Очень важная деталь, когда он говорит, вы внешний знак носите, что вы принадлежите завету, но вы в действительности в сердце своем очень далеко. Позже об этом писал и апостол Павел, Римлянам 2 глава, 28 стих. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». В другом послании он пишет, что значит обрезание сердца, Галатам 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». То есть вера является знаком завета с Богом. Вера является требованием, условием, главным условием того, чтобы быть участниками завета. И когда Иисус Христос утверждал Новый Завет, то Он утвердил также два знака Нового Завета, которые играют примерно такую же роль, роль напоминания о принадлежности. Эти два знака – крещение и вечеря Господь. Посмотрите, Иисус говорит, «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Очень важно, «научите все народы» означает «сделайте людей моими учениками». То есть он ясно говорит, что есть процесс, когда человек становится учеником, он обязательно должен подтвердить это вот этим знаком, знаком исповедания своей веры. Это не просто так. Когда мы крещение делаем, это не просто, что человек вступает в церковь. Это человек, который публично исповедует. Это Божье повеление, это знак завета, это знак, о котором человек говорит, я нахожусь в заветных отношениях с Богом. Вот почему мы всегда проверяем, веришь ли ты, есть ли спасающая вера. Но это не один знак. Второй знак, который связан с первым, это вечеря Господня. И вот почему он очень важный. Вот точно так, как Бог говорил Аврааму, всякий, обязательно, всякий должен это сделать. Очень важно, чтобы люди помнили всегда, что они в завете с Богом. 1 Коринфянам 11 глава, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, ешьте это тело мое, за вас ломимое, это творите в мое воспоминание». Нам нужно вспоминать. Христос повелевает. Творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери сказал, эта чаша есть новый завет в моей крови. Это творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Каждая вечеря – это то, что верующие должны делать регулярно. Ключевые слова здесь – новый завет и мое воспоминание. Участие в вечере – это не просто церемония, это не просто формальность, это не просто обряд, который сообщает человеку какую-то мистическую благодать. Это воспоминание Нового Завета и провозглашение принадлежности к Нему. Вот почему Дух Святой предупреждает об опасности недостойного участия. То есть, когда человек провозглашает «я принадлежу», а в действительности не принадлежит. 26 стих. «Ибо всякий раз, когда едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете». То есть он говорит о завете, который мы провозглашаем. «Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Итак, это вторая вещь, которую мы видим, произошла с Авраамом, как Бог подтверждает действенность завета, новая идентичность, знак завета. Третье – это Божье действие. Бог действует в соответствии со своим заветом. Мы хотели бы, чтобы Бог действовал сразу, вот как Он обещает, и нам хочется, чтобы как можно быстрее, когда мы просим об исцелении, о спасении наших родных, о воздаянии тем, кто поступает несправедливо, нам хочется увидеть результат немедленно. Но у Бога свое расписание. Все, что Он обещал, Он исполнит, но Он исполнит свое время.
Некоторые Божьи действия мы в полноте увидим только в вечности, но кое-что мы видим уже сейчас, и Бог показывает, что Он действует в соответствии со Своим заветом. В жизни Авраама так и произошло. 16 стих 17 главы. «Я благословлю ее, и дам тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее». И пал Авраам на лицо свое, рассмеялся, и сказал сам себе: «Неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летняя неужели родит?» То есть, смотрите, Бог приходит к Аврааму и говорит: «Вот будет». 19 стих. «Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству после него». Через короткое время Бог является Аврааму еще раз, и в этот раз уже с конкретным словом, 18 глава. «И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои, взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидел, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли, и сказал: «Владыка, если я приобретел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего, и принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохни под этим деревом, я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите, так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Саре и сказал: «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего и отдал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока и теленка приготовленного и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом, и они ели. Это, конечно, очень интересная история. Здесь много таких важных и ярких фактов. Но меня интересует один факт, который бросился мне в глаза здесь. Какой медленной была жизнь тогда? Это не так, что они позвонили и заказали пиццу. Вот, нечего покушать, сейчас раз через 10 минут пиццу привезли. Нет, представьте, если он пошел, только выбрал теленка. Вот, или что там, агнца, да, теленка приготовила. Только выбрал, это теленка нужно зарезать, нужно мясо обработать и нужно его приготовить. То есть люди жили так спокойно, размеренно, похоже. Не так, как в наше время происходило. Больше того, есть очень такой яркий элемент гостеприимства Авраама. Авраам, наверное, понимает, он ожидает Божьих действий. И в данном случае он проявляет вот это гостеприимство. Но посмотрите, что происходит в 9 стихе. «И они сказали ему: где Сара, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время, и будет у Сары сын. Будет сын у Сары, жены твоей». Сара слушала у входа в шатер сзади его. 11 стих. «Авраам же и Сара были стары». Не просто в летах преклонных, а стары. И подчеркнута еще одна очень важная вещь. «И обыкновенная у женщин у Сары прекратилась». То есть уже все, что возможно, у Сары, да, она рассталась с этой мыслью. «Сара внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь это утешение? И господин мой стар. И сказал Господь Аврааму: отчего это рассмеялась Сара, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? Назначенный срок, буду я у тебя в следующем году, и у Сары будет сын». Сара же не призналась, а сказала: «Я не смеялась», ибо она испугалась. Но он сказал: «Нет, ты рассмеялась». Очень интересный, конечно, этот диалог, как Бог относится к Саре, даже к ее вот этой слабости. Но главная вещь здесь вот в чем. Бог действует рано или поздно. Он действует постепенно, он действует дозированно, но всегда своевременно. Те, кто следует за Христом длительное время, знают это. На прошлой неделе мы похоронили Александра Степановича Дегтярева. Я помню время. Мы строили молитвенный дом в Новороссийске. Вернее, как строили. Нам не давали его строить. Разрешения не давали. Никак не могли получить.
Молились об этом год, молились два, и потом вот внезапно происходит событие, трагичное событие. На выходе из порта Новороссийск потерпел крушение теплоход, пассажирский теплоход «Адмирал Нахимов». Вот. Это было, конечно, гигантским событием во всем городе. И вот каким-то образом все правительство города было в суматохе, вот, и кто-то в это время взял и подписал бумагу. И церковь начали строить. Пока там пришли в себя все, это взяло несколько месяцев, стены уже стояли. И когда это начальство потом приехало, и потом стали разбираться, кто ж подписал, как подписал и когда это подписали, ну, в общем, уже молитвенный дом так и остался. Это советское время. Это не перестройка. Это советская, ну, перестройка только началась. В советское время. То есть вся система коммунистическая была на месте. То есть у Бога есть свое время и свои пути. Самый необычный. Но если мы в завете со Христом, Он будет действовать. И наверняка у каждого из вас, если вы следуете за Христом долгое время, может быть множество примеров, когда вы видели подобные Божьи действия в вашей жизни. И последний, четвертый элемент, который мы видим – мы говорили уже о том, что действующий завет, завет действует через новую идентичность, которую получают все его участники, через знак завета, который должен нам напоминать о том, что мы участники завета, через то, что Бог действует периодически, не по нашему графику, но действует обязательно, поддерживает нас, показывает, что Он контролирует, Он ведет все. И четвертое – это новый уровень взаимоотношений. Бог делает нас соучастниками Его дела. Интересно, в конце 18 главы приводится большая история разговора Авраама с ангелами, или вот с этими гостями, разговора о Содоме. Посмотрите, что происходит. 16 стих. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. А Авраам же пошел с ними проводить их. И смотрите, что дальше. И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий, сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что он сказал». И дальше открывает ему. «И сказал Господь, вопль содомский и гоморский велик, он и грех их тяжел весьма, сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них». Авраам понимает, что эти слова значат. Он понимает, что речь идет о Божьем суде над Содомом и Гоморой, и он помнит, что там живет его племянник. И вот здесь у Авраама возникает дерзновение, появляется дерзновение поговорить с этими ангелами и, может быть, хоть как-то помочь своему родственнику. И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицом Господа, и подошел Авраам и сказал, неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, в этом городе есть 50 праведников. То есть он думал, может быть, Лот оказал какое-то влияние там в городе, и есть хотя бы 50 человек, которые знают Бога. Неужели ты погубишь и не пощадишь место этого ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты так поступил, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым. Не может быть от тебя, судья всех в земле, поступит ли неправедно. Заметьте на это, обратите внимание на этот разговор. Посмотрите, как много в этом разговоре взаимодействия Авраама с Богом. Он понимает, что он участник завета. Он понимает, что это не просто слова. Это не просто церемония, которая однажды когда-то произошла. Он понимает, что речь идет о новых взаимоотношениях. Он может просить, он может говорить с Богом. Помните, что эта история, она имела свое продолжение. Он засомневался, что будет там 50 человек. 26 стих Господь сказал, если я найду в Содоме 50 праведников, то ради них пощажу это место. Авраам сказал в ответ, вот я решился говорить, владыка, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5? Неужели за недостатком 5 ты истребишь город? Он сказал, не истреблю, если найду там 45.
Авраам продолжал говорить с ним и сказал, может быть, там найдется 40. Он сказал, не сделаю того и ради 40. И сказал Авраам, да не прогневается владыка, что я буду говорить, может быть, найдется там 30. Он сказал, не сделаю, если найдется там 30. Авраам сказал, вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Он сказал, не истреблю ради 20. Авраам сказал, да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал, не истреблю ради 10. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место. Несколько интересных наблюдений перед тем, как мы помолимся. Во-первых, Бог хочет иметь дело с людьми, которые стали участниками Его завета. Он принимает их, чтобы сделать их соучастниками своего дела. В этом одно из наибольших благословений спасения. Спасение – это не просто избавление от грядущего гнева. Спасение – это привилегия служить Богу, привилегия быть соучастником Его величайших дел, которые имеют вселенскую значимость. Кроме того, Авраам подходит к этому сотрудничеству с величайшим благоговением. Посмотрите, он подчеркивает, я прах и пепел. Он подчеркивает и говорит, я не знаю, могу ли я тебя просить, да не прогневается владыка, что скажу еще раз. Авраам хорошо понимает, что он имеет дело с владыкой неба и земли. В-третьих, Авраам в своем разговоре с Богом преследует цели, угодные Богу. То есть он сотрудничает с Богом, но он не свою собственную программу, он заботится о спасении душ, о спасении Лота, о спасении жизни. Возможность сотрудничества с Богом – это огромнейшее благословение Нового Завета. Оно делает нас соучастниками Божьих вселенских дел. Мы сейчас будем молиться, и я хотел бы 4 молитвенных вопроса оставить вам, чтобы вы могли посмотреть на них. Первый вопрос – в чем ваша идентичность? Видите ли вы себя сквозь призму участия в Новом Завете и позволяете ли вы вашей Богом данной идентичности доминировать в жизни? Второе. Как регулярно, как вы относитесь к вечере Господней? Вспоминаете ли вы регулярно и от сердца о вашем участии в Новом Завете? Третье. Замечаете ли вы Божьи действия в вашей жизни? Вот те действия, которые мы видим, что это Господь делает точно. И четвертое. Стали ли вы соучастниками Божьих дел? Мы склоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня у нас есть эта возможность увидеть пример того, что Ты сделал однажды с Авраамом. Увидеть сущность настоящей спасающей веры. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты близок к нам. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас участниками заветных отношений с Тобой. Благодарим Тебя за то, что мы принадлежим Тебе, мы знаем Тебя. И мы знаем, что вот это отношение, эти отношения с Тобой, они определят вечность, они определяют действительную сущность того, что происходит. Просим Тебя, благослови нас сегодня. Я прошу Тебя, помоги каждому из нас сегодня смотреть на самого себя, смотреть на сущность свою, смотреть на идентичность свою именно Твоими глазами. Научи нас видеть, Господи, нашу победу в Тебе. Научи нас видеть нашу надежду в Тебе. Научи нас торжествовать в Твоей победе. Научи нас, Господи, видеть, что Ты в действительности – Господин и Владыка, и Ты царствуешь во всем и над всем. Помоги, Господи, нам стать проводниками Твоей благой вести, проводниками Твоего света, проводниками Твоей жизни для тех, кто нас окружает. Благослови Церковь Твою. Я прошу Тебя, Господи, о том, чтобы Ты наполнил нас способностью являть Твой пример и Твою жизнь тех, кто еще Тебя не знает. Чтобы, живя в этом мире, в этом обществе, которое наполнено смущением, наполнено самыми разными внутренними проблемами,
чтобы мы могли показать ясный свет того, что в Тебе стабильность, в Тебе прочное основание и в Тебе одном настоящее будущее. Благослови нас во имя Иисуса Христа. Просим Тебя об этом. Аминь.